Здравствуйте, друзья! 4 февраля Святая Церковь совершает память святого апостола Тимофея. Этот апостол был не из числа 12 учеников Спасителя, но был апостолом от 70. Его личность довольно значительна в истории христианства. Именно ему были обращены два послания апостола Павла. Ну, во всяком случае, до нас дошли два послания, которые вошли в Кодекс Нового Завета как богодухновенные писания. Тимофей жил в городе Листра, в провинции Ликаония. Он обратился, вероятно, под влиянием проповеди апостола Павла в Листре во время его первого миссионерского путешествия, о чем рассказывает книга «Деяния апостолов» в 14 главе. Событие это происходило, предположительно, в 48-49 году от Рождества Христова. Во время своего второго путешествия Павел вновь посетил Листру и на этот раз взял Тимофея с собой. Об этом рассказывает 16 глава книги «Деяний апостолов». Тимофей был одним из самых верных и любимых учеников апостола Павла. Он называет его «мой возлюбленный и верный в Господе сын», «брат наш и служитель Божий». Тимофей, несмотря на свою молодость, выполнял ряд важных поручений апостола. Он проповедовал фессалоникийцам и наставлял в вере коринфян. Посылая Тимофея к филиппийцам, Павел говорит о нем: «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Освободившись из своего первого заключения в Риме, апостол Павел поставил Тимофея епископом города Ефес. Это крупный древний христианский центр. Предположительно, смерть апостола Павла наступила в 67 году, а апостол Тимофей засвидетельствовал свою веру мученической кончиной от язычников в 80 году. Почитая память апостола Тимофея, хотелось бы заметить, что не только его деятельность, его святость жизни близка нашим сердцам, но мне лично очень нравится это святое и ласковое имя. Тимофей, Тима, Тимоша. И хочется обратиться молодым папам и мамам: побольше рожайте нам мальчиков с этим замечательным именем.